Пришло время убирать морковку. 7 сентября уже. Можно было подождать, но сегодня солнышко. Хорошая погода. Сможем легко собрать. Так, это вот в этом месте еще я срезал бодилку. Видите, отросла, когда боролся с повеликой. Это ничего не сказывается. На рост корнеплода все нормально. Хочу тут рассказать о нюансах. Мы сеем морковку, стараемся реденько сеять и не прорывать, а там уже как получается, как вырастает, какая вырастает. Смотрите, видно, вот, корнеплоды лезут наверх. Видите, не прорывалась. Ну, сейчас попробуем подкопать в любом месте. Сейчас оператор поснимает. Ну, откопаем морковку нашу. Вот. Вот это. Какая? Откопаем дальше. Видите? Разная морковка. Все, конечно, зависит от сортов. Видите? Здесь сорта Шантане и Королева осени. Вот такие вот сорта у нас. Видите, разные. Как есть, так и есть. Вот эти показываю. Видите? Хотел бы похвастаться, но и порадоваться. Показываю, как есть. У нас здесь песчаный грунт. Видите, как она кучеряется. Потом покажу, уже накопал. Вот. Так, вот так. Сейчас. Такая вот она. Мы не переживаем. Мы будем с морковкой. То, что маленькая корявая, будет в нашем хозяйстве. Вот так вот. Так. Как просто. Сейчас это буду выкапывать. Посмотрим. Ну, интересно. Разное было. Есть морковь. Не прорывается. Вот здесь, видите, песчаный. Показываю, как есть. Вот вы сейчас посмотрите, что накопал. Вот того, что накопал. Посадки. Когда какие достанем, ну, вот мы такие Шантане и Королева осени. И даже такая Королева осени. Ну, позднее сорта постараемся. Так, это вот что я накопал. Вот до этого что я накопал.
Так. Видите? Корнеплоды. Это не перебиралось, это все подряд копалось. И на показуху. Это у нас не урожайный год. Это не урожайный. А как у вас? Интересно. Вот так вот. Неурожайный год. Вот видите, отдельно растет. Как будто прорвано, но это не сказывается на ее размерах. Вот так вот. Вот. Смотрите. Вырываю все подряд. Видите? Таких размеров я вам еще не показывал. Вот. Вот моя ладошка. Вот морковка. Вот так вот. Земля песчаная. Может потому корявая растет. Для нее очень такая жирная. И в радость расти во все стороны. Вот такая морковка у нас. Неурожайная. В этом году. Все, спасибо за внимание, до новых встреч.